Друзья, смотрите, все побежали вон туда. О, два трупика уже, два уже отбегались. Так они опять бегут, 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 бегут. Пусть бегут неуклюже. Подписчики по цифрам. По лужам. По лужам, да. Он, о, все выжили. Ребят, всем привет. Сегодня у нас математическая гонка с подписчиками. При этом гонка на робаксы. Если ты хочешь, чтобы подписчики победили, поставь лайк за 3 секунды. 1, 2, 3. Отлично, молодцы, кто поставил. Давайте вам расскажу теперь правила. Значит, мы будем участвовать. Тот, кто побеждает, прибегает первым к кубку. Тот получает 10 рубаксов. Но он может сказать: играю еще. И если он два раза подряд победит, он уже получает 50 рубаксов. И если он скажет: участвую еще, он получает 100 рубаксов, потом 200, 400 и так далее. Но при этом нужно каждый раз побеждать. Если он хоть раз проигрывает, все сгорает. Нужно играть заново. Либо он соглашается на победу. О, привет, Рита. Привет. И получает сначала 10, либо потом 50, либо 100, сколько выиграет. Ну а я буду стараться всех победить. Ну что ж, мы начинаем? Начинаем. Да, и будет помогать еще Рита. Она тоже хочет поучаствовать, тоже хочет победить. Ну как у тебя с математикой? Не знаю, наверное, хорошо. Фору я давать никому не буду, я сразу бегу вперед. Все, так, отличненько. Ага, оп-оп-оп, осталось совсем немножко людей. Рита уже вылетела, улетела как птичка. Прыжок, успел. Опа, паркурим быстренько. И вперед, помчались. Так, пока я не вижу победителей. А я наверху. Ну это уже поражение, Ритур. Так, 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 ну где там все? Где-то они там отстают. Никак они за папой гнаться не могут. Что же это такое, ребят, я вас тут на четверке жду. Ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй, что, не успеваете, да? Ну я прям перед вами такой, бац, победа. Первое место. Ну что ж, они, кстати, мне в Дискорде писали. Смотрите, ребятки, я говорю, давайте поучаствуем. Кто победит, тот молодец. Смотрите, что они мне писали. Пишу, кто хочет меня победить, собирайтесь. Пишут, ок, я хочу, я победю, пишет Бирчик. Сейчас на раз-два, пишет Киргор. Ребята, сделаем все, что сможем. Вот и настал тот час, когда мне пригодится алгебра. Вот, Бирчик, молодец. Хорошо учится в школе. И теперь сможет, наверное, победить. Ну, первый раунд не получилось. Влад пишет, да, примеры первого класса. Ну, что-то он тоже не победил. Пока этого не удалось сделать. Что ж, ребят, второй раунд, посмотрим, посмотрим. Они немножко потренировались, пока я читал Дискорд. Вон Рита даже на третьем месте, девочка с медалькой на первом. И кто-то на втором не узнаю. Что ж, ребят, давайте удачи вам. Удачи, попытайтесь победить папу. Помните, ребят, в прошлой серии я давал даже фору, считал до 5 и все равно побеждал. А в этот раз я не даю им фору, но они должны проявить свои математические способности и победить папу дочки. Все, битва за рубаксы начинается. Готовимся и помчались вперед. Так, 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 так. Прыжок. Ой, ой, я проиграла, ребята, есть первый победитель, сейчас будет, давайте болеть. Вон они, смотрите, бегут, вот они скачут. А почему я посчитал 8, интересно? Так, здесь перепрыгнули, вот они толпой. Смотрите, вот они бегут, бегут, бегут. Вон там вот сейчас кубок. У них соревнование. 8 плюс 2. Сколько будет? Так, на 10. Один улетел, один не знает, сколько будет 8 плюс 2. Так, а как смотреть-то? О, вот здесь вот я смотрю. Ой, ой-ой. Что-то мне тут... Рита, отойди, ты мне закрываешь обзор. Все, я не увидел. Вот, первое место, это у нас... Вот этот человечек, это... Фейта... О, я знаю его. Этот человек меня... Когда мы играли... Цифры 2, 4, 8 и так далее. В змейке. Он меня постоянно жрал. Он меня ел просто. Вот у него первая победа. Продолжаешь? Или выплачиваете 10 баксов? Продолжает, ребята. Он хочет еще. Он хочет выиграть 50. Если он сейчас победит, он выиграет 50 рубаксов. Ну что ж, смотрим. Болеем за Фейтана. Победителем по голове прыгаем. Он продолжает, и мы помчались. Так, 1 плюс 1. Ну, я думаю, 4. Конечно, это ответ-то очевидный. Оп! Оп, поулетала часть народу, и бежим дальше. 2 плюс 2, вот 3, теперь твой ответ подходит, не то что в прошлый раз. Ну да, я думаю, что будет 5. Так, я пока впереди всех. Фейтан позади всех пока бежит. Сейчас он проиграет свои 10 рубаксов. Так, семерочка. Все, я останавливаюсь. Ага, перепрыгиваю и помчались дальше. Я чувствую, здесь, ребятки, уже битва идет не на жизнь, а на смерть. И надо занять первое место. Кто первое? Я первое место, Фейтан, ты проиграл. Ну, давайте возьмем у него интервью. Фейтан, ты расстроился? Он прыгает. Кто-то валялся сейчас. Играшем тоже по голове прыгаем. Он не расстроился, он думает, что сейчас победит. Ну что ж, ребят, следующий раунд.
Ритуля, а ты почему не побеждаешь? Ты что, у меня с математикой не дружишь? Не, я дружу, просто я за всеми бегу. Так ты беги сама. Так я не успеваю. Да? Да. Понятно. У него пишет зависло. Так, 1 плюс 2 у нас равно... 4. Понятно, понятно. И надо успеть прыгнуть. Фух, успели. О, ничего себе, там некоторые уже врываются вперед. Так, 6 плюс 1. Ну, 10. Конечно же, 6 плюс 1 будет 10. Сейчас надо успеть добежать. Я не успел. Друзья, я бежал до 7, но не успел чуть-чуть. Я знал, какая цифра, я просто не успел добежать. Даже прыгнуть не успел. Давайте посмотрим, кто победит. Сейчас точно будет победитель, потому что я вылетел из игры. Кто-то... О, один человек там бежит. Он один, что ли, остался? Тут уже 3 раза 7. Опа. Победил Ушастик. Кто это у нас? Это у нас Киргор. Ребята, он в Дискорде как раз писал, что он будет крутой победитель. Что, ты продолжаешь или... Или тебе 10 рубаксов выплатить? Смотрим, что он сейчас напишет. 10 рубаксов. Пиши ник в Дискорде. Ура, победитель, топчем его. Итак, Киргор написал свой ник. И я честно ему отправляю баксы. 10 рубаксов, смотрите, полетели. Хотя он мог выиграть 50. Ну что ж, дочка Рита, я вот думал, что ты всех победишь там. А ты, оказывается, у меня... Медленная улитка. Улитка, точно. Я улитку чуть-чуть. Так, ну что, новый раунд. Итак, новый раунд. 1 плюс 2 равно... Так, буду сбивать всех. 4. Так, они бегут до следующей. И кто-то успел, ребят, я позади. Представляете, они меня обгоняют. Как так? Это невероятно просто. Невероятные подписчики. Прыжок, прыжок. Так, я уже догнал. Осталась только одна. Milky Way впереди. И все. И снова цифра 8. 7. Снова цифра 8. Так, они... Оп! Они успели вперед. Да как так? Да вообще, вот я говорю то, что я улетю. Ты что, упала опять? 8. Цифра 8. Я носом просто докоснулась и все, не успела докоснуться. Я успел сюда, успел сюда. И... Ой! Ой-ой-ой-ой-ой, я сорвался! Так кто на первом месте? Опять Киргор! Киргор! Итак, ну что, ты продолжаешь или тебе снова 10 рубаксов? Забираю. Ребята, он второй раз забирает. Так, ребятки, вот 10 рубаксов ему улетают. У нас новый раунд через 10 секунд. Кидаемся робоксами подписчикам. Нет, прям они реально зарабатывают. Математика наконец-то стала приносить прибыль. До этого она приносила только либо хорошие, либо плохие оценки. Итак... Цифра снова любимая цифра у этой игры. Если опять все просто будут спереди. Да, Памс. О, только Нубик улетел. Ой. Опа, еще Рита улетела тоже. 2 плюс 8 равно. Так, здесь сейчас перепрыгиваем. Бежим. Чуть не сорвался. Помчались вперед. 1 плюс 2 равно, разумеется, равно... Не успеем! Успели. Равно не успеем. И они вырываются вперед! Ушастик бежит впереди всех! Но я надеюсь, на слове Ушастик, он сейчас рассмеется, и меня не победили, ребята. Зато ты на третьем месте, наверное. Ребята, если бы Киргор сейчас участвовал, у него был бы 50, но он тогда забрал. Итак, что ты делаешь? Что тут у нас? Что он делает? Участвует или забирает? Смотрим. Продолжает, ребята. Он решил рискнуть 10 рубаксами и выиграть 50. Ему сейчас нужно победить. Так, друзья, если вы сейчас все не победите... Киргор победит 50 рубаксов. Ну, ему еще, конечно, нужно меня победить. А это непросто. Итак, новый доход. Помчались. 3 плюс 6. 959. Конечно, Рита, ты правильно подсказываешь. Так, они улетели уже вперед. Что за дела? Вот это да, вот с ними сражаться, конечно же, посложнее. Потому что они знают, что делать. Нет! Рита не долетела. Так, а где Ушастик? Я думал, впереди, но его нет, но там Фейтан бежит первым. Так, 1 плюс 1 равно, разумеется, 2. И Фейтану надо вот сейчас, либо он победит, либо не победит. А Киргор уже вылетел. Все, я не добежал до туда. Все, у них первое место. Кто там у нас на первом месте? Сейчас посмотрим. И это Фейтан. Итак, Фейтан, что ты делаешь? Продолжаем попытка не пытка. Ребята, он снова рискует. Он, помните, он был победителем в самом начале, рискнул и проиграл. Ну, посмотрим. Он снова рискует. Битва за 50 рубаксов. Знаете, ребятки, я усложняю конкурс. Сначала идет 10 рубаксов, потом 50, а потом сразу 300. Третья победа дает 300 рубаксов. Вот это да, вот это азарт у ребят. Что ж, смотрим. И помчались. 2 плюс 3 равно... Пятерка, то, что я обычно получаю в школе. Иногда, да? Обычно. Итак, помчались. 8 плюс 2 равно... Тут есть 10, а тут есть 10. Десяточки тут есть, и достаточно много десяточек.
паркурим, бежим. Есть, я врываюсь вперед, ребята, мне нужна цифра 8, чтобы не дать фитанчику победить. Прыжок, все, так. И пока. Ай-яй-яй-яй, Киргор, ты куда бежишь вперед? Стой! Я только на третьем месте, и снова Киргор побеждает. Фитан, а ты проиграл. Итак, Киргор, ну что, выдаем или продолжаем? Забирает. Выплачиваем ему 10 рубаксов. Он уже заработал 30. Ребятки, он по чуть-чуть забирает и уже 30-очку себе наковырял. Наверное, пойдет сегодня тратить. Наковырял. Итак, новый раунд. Посмотрим, кто сейчас будет победителем. Цифра 2 плюс 1. Элементарная цифра. Кто-то пытается добежать, но улетели. Опа, прыжок и все. 1 плюс 1. Самая простая цифра. Так, бежим. Прыжок! Ай, я носом шкребанул. Я видела! И все, я, ребята, проиграл. Давайте смотреть, кто победит. Вон они бегут. Я все еще жива, кстати. Ты жива? Да я тебя вижу, Рита. Подсказываю, цифра 2. 1 плюс 1. Ладно, я уже не успею. Ну, может, они сейчас погибнут в последний момент. Давайте, ребята, погибайте. Цифра 2, и все улетели. Нет, победители. Первый раз победил новый игрок. Вот эта девочка. А я добегаю. Таисия Рита. У нее, кстати, футболка твоя. Смотри, ты у нее на футболке. Итак. Фанатка моя. Да, Таисия Рита. Что, забираешь или выплачивать? Или продолжаешь? Забираешь или продолжаешь? На кону 50 рубаксов. Ребята, оказывается, она не в Дискорде, но она подписчица. Я смотрю, какой у нее ник. И, ребятки, выплачиваем ей тоже 10 рубаксов. Хоть она нас и не слышит, но она подписчица, и она в группе. Выплатили. Рита, кстати, да, ты ни разу не победила. Что за дела? Да вообще, как так возможно? Ну что, давайте посмотрим. Сейчас, пока выплачивала, раунда не было. Раунды только тогда, когда я участвую. Чтобы со мной соревновались. Друг с другом слишком просто, а вот со мной сложно. Хотя я уже убедился, что мои подписчики супер математики, они меня много раз обогнали. В прошлый раз это почти никому не удавалось, а в этот раз они на изи просто меня обгоняют. Так, цифра Чи по-китайски. 7. Папка китаец? Нет, я просто знаю. По-китайски. И, ар, сань, сы, у, лю, чи, ба, дюши. Так, цифра 2. И побежали дальше. 3 плюс 2. Посмотрим, какая следующая. Я не помню. Где она? А, она вот она, оранжевенькая. Хоп, и кто-то улетел. Довольная улыбка полетел вниз. Блин, я хочу выиграть, давайте падайте. Рита. Ай-яй-яй-яй, в последний момент сорвался. И снова у нас ушастик Киргор побеждает. Что он делает? Забирает. Ребят, снова ему летать 10 рубаксов. На сегодня все. Если вы хотите, чтобы мы повторили с подписчиками математическую гонку на рубаксы, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и посмотрите этот видосик 2 раза. Хорошие денечки. С каналом Папа и Дочки. Всем пока. В нашем крутом магазине все больше и больше коллекций разной одежды и аксессуаров от Папы и Дочек. Давай посмотрим новинки. Толстовка Папа и Дочки яркие. Папа и Дочки джойстики. Футболка Папа и Дочки яркие. Толстовка Папа и Дочки с джойстиками, в которой вы сами можете выбирать цвет. А также еще классная одежда из прошлых новинок. Зеленая радуга, синяя радуга, розовая радуга, синее сердце, розовое сердце, яркое. И самое невероятное называется эмоции. Как заказать? Возьмем, к примеру, футболку Папа и Дочки яркие. Дальше вы выбираете свой рост и добавляете в корзину. Кстати, здесь часто бывают скидки, не пропустите. Вам понравился какой-то дизайн, а вы хотите не только футболку, а что-то еще? Проматывайте немного вниз и выбирайте здесь. Детская одежда, рюкзаки, пеналы, блокноты, тетради, альбомы, чехлы для телефонов. У нас, Папа и Дочек, тоже есть такие толстовки. Они реально супер классного качества, посмотрите. Ссылка на магазин находится в описании под видео, а также пишется вот так: papadochki.ru. Порадуй себя новой одеждой от бренда Папа и Дочки. Кстати, такой мерч — это крутой подарок на день рождения. Давайте челлендж, встаем на ту цифру, на которой, которая не та, чтобы все вместе грохнуться. Я, например, на цифру 3, останавливайтесь. Которая не та. Фу, не все упали, ладно.